также какие же есть особенности у проекта. Это, соответственно, гибридная система, то есть объединение токенов STK и SCT позволит гибридной системе на базе блокчейна применять приложение на реальном рынке. Вот. Также еще добавлю инфраструктуру The Suite, то есть благодаря приобретению инфраструктур, принадлежащих The Suite, проект обеспечивает прочную экономическую и коммерческую безопасность и также помогает использовать, в общем-то, SKT на реальном рынке, что тоже немаловажно. Также здесь будут комплексные услуги, то есть что это такое. Важно, что любой, у кого есть проект на базе криптовалюты, он сможет интегрировать свои услуги на платформе Suite. Распространение криптовалюты будет увеличиваться день за днем. Также еще отмечу отдельные инновации и простоту структуры, то есть платформа Suite будет заполнена инновационными услугами, которые никогда не предлагались на рынке дисконтных карт. Также простота структуры платформы помогает новым пользователям узнать о криптовалюте и, соответственно, узнать про ее различные особенности. Также еще хочу отдельно рассказать про данный проект. Ну, здесь, кстати, вот в левом углу мы видим схему взаимодействия на проекте, то есть как тут все происходит. Я же хочу еще сказать такую важную вещь, что Fidelity Suite — это такая платформа, на которой у вас есть возможность накапливать бонусные баллы участвующих магазинов и гипермаркетов, и также конвертировать их в услуги или наличные деньги посредством токена Suite Credit Card. Также STK — это официальная криптовалюта Suite. Добавлю, что конвертация токенов будет возможна на биржах, которые, в общем-то, выполняют соглашение котировки акций на бирже. И также можно будет делать децентрализованные биржи. Что еще хотелось бы отметить, по крайней мере, скажем так. I just wanna be the one you love.